столетию ТАССР посвящается. Сентября 2005 года Казань. Во Дворце культуры имени Урицкого идет этнографический фестиваль с участием армянского ансамбля песни и танцы «Джавахк». Так называется район компактного проживания армян на территории Грузии. Артисты приехали в столицу Татарстана по приглашению местной армянской диаспоры. Чувствую, что нас не забыли. Мы далеко из родины, но недалеко от наших национальных характеров. Армянская диаспора в Казани насчитывает более 2500 человек и является одной из самых активных. Например, 9 апреля ежегодно отмечают праздник материнства и красоты, аналог всем известного международного женского дня 8 марта. Армянские женщины – это большая честь и удовольствие, поэтому для нас каждый день праздник. Не надо ждать, когда будет праздник, чтобы дарить что-то. Здесь на празднике можно не только поплясать от души, но и попробовать сладкого плова и получить мастер-класс по изготовлению традиционного армянского бутерброда. Вот здесь, значит, зелень, разные зелень кладут. И я по шутке я называю это Ереван-бургер. Есть же Гамбург, да, от города Гамбурга. Вот это Ереван-бургер.